Шумана, квинтет для фортепиано и струнного квартета, ми-бемоль-мажор, Op. 44, в четырех частях. Первая часть – Аллегро, бриллианты. Вторая часть – в характере марша, Un poco mar largamente. Третья часть – скерцо. Четвертая часть – финал. Аллегро, Манон Трофо. Исполнители – Борис Паскай, фортепиано, и лауреат международных конкурсов, доминант квартет в составе Юлия Серебрянская, первая скрипка, Екатерина Погодина, вторая скрипка, Анна Сазонкина, альт, Татьяна Егорова, виолончель. Встречайте.